Мы продолжаем знакомить вас с интересными объектами на территории туристического комплекса в селе Амангельды Кустанайской области в Казахстане. И в этот раз расскажем о пирамиде. Здание представляет собой одноэтажное здание в виде правильной пирамиды. Основанием является квадрат с размерами 9 на 9 метров. В здании предусмотрено расположение торгового павильона для реализации цветов и сувениров. Идея ее строительства появилась у известного исследователя и путешественника Сапара Искакова во время поездки в Египет. Бір аңыздар бар. Біздің бабаларымыз, оның ішінде Султан Бейбарыс. Ең анау жоғарғы үстіне 12 қабат, 12 қанат кигіз үйден. Наш великий предок Султан Бейбарыс ставил на вершине пирамиды 12-крылую юрту. На самом деле, за многие века солнце и ветер давно притупили остроту вершины пирамиды, и там действительно легко можно поставить даже самую большую юрту. Сондықтан, ондай кигіз үйлер қойылуы әбден мүмкін деп айтуға болады. Расцвет мамлюкской армии выпал на время доминирования кыпчаков в Египте. Исторический факт, что 25 кыпчакских султанов 130 лет правили Египтом. И нам всем известен правитель Египта и Сирии из казахских степей – Султан Бейбарс. Казах халқында бір мысал бар. Құм жиналып тас болмайсыз. У казахов есть поговорка: песок никогда не станет камнем, а раб – правителем. Но оказалось, что бывают исключения. Пирамида построена из блоков, сделанных из песка. А рабы создали в Египте кипчакское государство. Существует множество теорий, кто и как строил пирамиды – гении или пришельцы. Сейчас в Египте насчитывают 138 пирамид. Самая знаменитая из них – пирамида Хеопса в Гизе. Знаменитая пирамида Хеопса, или Хуфу, является единственным из семи чудес света, сохранившейся до наших дней. Ее возраст оценивается примерно в 4500 лет. Теперь вы узнали важность строительства здания пирамиды в туристическом комплексе. Мы ждем вас в нашем туристическом комплексе, где вы сможете получить массу новых впечатлений и провести фотосессию на фоне знаменитых архитектурных сооружений мира.